пойдет. Осторожно. Здесь правда. Можно подойти, я тоже сниму? Или вы снимаете? Снимаем. Что словами такими бросается? Какими? Очень тяжело четверо поставить. Очень бремешка нам надо. Халер едим, что Аман. Он. Кто четвертый молодой? Хана. Биіктігі 60 метр. Мынау күмбездің күмбезі. Ал енді минаретке келетін болсақ 83-82. Сондай болады. 63 баған бардың жасы. Иә. Сосын жарығы қанша болу керек еді? 80 қалай? 83 қанша болады? Минаретке келетін болсақ 63 баған бардың жасы. Жоқ, мынау 63. Мынау минаретте де Сегізінші, алтыншы, екі мың жетінші жыл.
Это для прихожан. Два нижних уровня, это значит, размещается офис духовного управления мусульман Казахстана с конференц-залом, медресе с библиотекой и гостиница на 20 номеров. Медресе на сколько этих учащихся назвать? Слушателей? Да. Медресе, ну это... Нет, это небольшое, значит, медресе. Количество уточняется. Факт то, что показала жили. А сама мечеть на сколько прихожан рассчитана? На сколько тысяч? Прихожан на 20 тысяч. Это на 20 тысяч, да. Получается, сама большая мечеть будет, да? Ну, видимо, так, наверное. А кто разрабатывает дизайн, из какого материала все это будет строиться? Кто будет поставлять? Ну, это уже дальнейший этап, но здесь мы закладываем, как говорится, естественные камни, которые вырабатываются в Республике Казахстан. Ну, а также не отрицается поставка материалов извне. Там кабичка строительства. Вот будет. Такое богатство, которое сегодня...